Друзья, всем привет! Меня зовут Оксана. У нас сегодня клиент. Как вас зовут? Представьтесь. Саян. Очень приятно, Саян. Вот мы получили вашу визу. Виза на год. Рабочая виза в Польшу. А скажите, сколько вам лет, Саян? 20 лет. 20 лет вам. Я здесь на строителе работал. Так. А там на электрической энергии работаю. А у вас опыт есть, да? Да, есть. А опыт у вас и в строительстве? Да, и строительство, и электрика. И электрика тоже. Вообще замечательно. Тоже. А там, где жить будете, уже знаете? Да, да, знаю. Но там вообще кто-то живет. Да, хостел. Угу. Вы знаете, да, что вам платить за жилье не нужно? Да, будет, да, да. Что оплачивает работодатель? Да, для вас это будет. А зарплата какая у вас будет? Там, которую обещали. 1200 евро будет. О, вообще отлично. Я вас поздравляю, что у вас зарплата будет 1200. А вы вообще откуда приехали? Из Киргизии. Вы из Киргизии приехали? Да. Сами или с родителями? Я сам. Вы сами приехали? Да. Ой, вы вообще большой молодец, что вы приехали сами в Россию, а теперь едете в Польшу, в Европу. Это вообще планы, возможен карьерный рост, вы знаете, да? Возможно, больше получать 1200. 200. Да, вы сможете больше получать. Учите польский язык. Ага. Это вам такие рекомендации. Если захотите получать больше, можете брать дополнительные часы. Да. Если будет возможность, можете в выходные работать. Знаете, да? Да? А еще вам говорили, что работодатель довозит до работы, то есть вам не нужно будет тратить деньги свои до... Да, не тратить. Визу где, в каком городе получали? На Алматы, Казахстан. Алматы. А по времени сколько заняло у вас? Сколько вы ждали? Я почти 2-3 месяца ждал. Хорошо. А скажите, вы здесь сколько зарабатывали вот в России? Здесь мало оплатил, поэтому туда хотел я. Ну, и там у вас больше. Получается в разы больше, да? Или да, разница больше. Больше, да? Да. А скажите, а вы что с разницей будете делать? Вот вы сейчас больше будете зарабатывать? Да, больше будет получен день. Так, и да. Что с ним будете делать? Родина отправить. А, вы хотите отправлять да. Маме, папе, семье, да? Да. Ну, очень хорошо, вы большой молодец. Вот ваша виза, пожалуйста. Вот, спасибо, Оксана, классно, очень ждал, рад. И вам спасибо большое за то, что спасибо. Да, за то, что доверились, пришли да, к нам. Наконец-то. Да. Друзья, дерзайте, пробуйте, не бойтесь. Приезжаем все в Польшу. Пока.